Здравствуйте, это Александр. И у нас анонс 28-го тура 4-й лиги ХФЛ. Первый матч Добро Гладиатор. В этом матче, в принципе, для нас, как и для Добра, так и для Гладиатора, будет значительный опыт набран, в котором мы сможем, думаю, получить общее удовлетворение от этой игры, потому что игра, в принципе, напряженная должна будет быть. Так как переигровка закончилась со счетом 1-0, тогда Добро одним мячом все-таки одержало верх. Ну и, по всей видимости, наша команда захочет взять реванш. 9.55, Optima Farm Insight. В принципе, для Optima Farm также, я думаю, это будет не очень сложный, а может и очень сложный матч, так как неизвестно, какой состав Insight придет на этот матч. 12.40 United Бронь, и действительно испытание для Брони, потому что United обыграла до этого двух лидеров, и Интер, и Optima Farm, чем помогла Брони, собственно, подняться и продолжить свою борьбу за первое место в четвертой лиге. 14.30 Yeti Black Wolves, и в этом матче, в принципе, у Black Wolves есть и шансы победить над Yeti, так как команда находится все-таки ниже Black Wolves, и есть все шансы действительно для того, чтобы получить 3 очка в этом матче. Далее матч 13.35, Интер 2 Ника. Думаю, все-таки неизвестно, придет ли Ника на матч, но скорее всего это будет техническая победа Интера. И последний матч 17.15, Балтика Кумовья. Также думаю, Кумовья разберутся с Балтикой путем технической победы. И матчи воскресенья. Первый матч воскресенья, и он же первый из двух матчей, Сириус Возрождение. Интересная игра тем, что Возрождение выиграло последний свой матч, а Сириус, в принципе, его также выиграл. Но для Возрождения это продолжение борьбы за выживание. И посмотрим, сможет ли команда взять для себя драгоценные очки и не опуститься в пятую лигу. 9.55 этот матч. И последний матч тура в 11.45, Свобода Оболонь. Думаю, значительное преимущество здесь на стороне Свободы, потому что команда и с Кумовьями отлично сыграла, а Оболонь, в принципе, даже не пришла на матч со своим соперником с Black Wolves в прошлом туре. Это был анонс 28-го тура. Играйте в футбол. Всего хорошего.